Всем большой привет! В этом месяце у меня произошло замечательное событие, 10 тысяч подписчиков на моем канале. И в честь этого события я решила разыграть один подарок. Я выбрала магазин «Стычинка» и разыгрываю из этого магазина подарочный купон на $50. Я решила, что это будет лучше, чем я выберу сама подарок, какие-то материалы. Пусть человек выберет то, что нравится именно ему. Вот. Говорила, что розыгрыш будет в конце месяца. Показываю вам на телефоне. Сегодня у нас 25 марта 2018 года. Есть еще, конечно же, 6 дней, но не факт, что я смогу найти время, поэтому затягивать не хочу. Я думаю, что все те, кто хотел записаться, проучаствовать, те, кто заходит на мой канал, все уже оставили свои ссылки, оставили свои комментарии. Поэтому я решила сделать розыгрыш сегодня. Пусть, наконец-то, этот купон найдет своего счастливого обладателя. Пусть кто-то получит, может быть. Нет, к праздникам, наверное, не получит, потому что магазин очень... не проблема с доставкой, долго идут посылки, но в любом случае хотя бы человек получит новость, что он уже выиграл. Итак, сейчас мы находимся на моем видео. Чтобы принять участие, нужно было выполнить самые простые действия, быть подписчиком канала, поделиться этим видео, оставить ссылку в комментарии, лайк под видео, надеяться на удачу, конечно же. Очень-очень много пришло мне поздравлений и комментариев. Как вы видите, я не отвечала на ваши комментарии, чтобы не загружать это видео своими дополнительными комментариями и не создавать проблему при розыгрыше. Поэтому я ставила просто вот такие сердечки мои, что я прочитала. Но хочу всем вам сказать, девочки, мальчики, что мне было безумно приятно читать все ваши поздравления и слова. Это всегда создает хорошее настроение, определенный подъем, и после этого хочется снимать еще и еще видео, делиться с вами всеми своими новостями, что-то интересное вам показывать, рассказывать. Поэтому, знаете, все прочитала, всем поставила сердечки, очень мне понравились ваши поздравления, как бальзам на душу. Так, значит, я, чтобы подготовить мое видео, конечно же, зашла на мой канал и спасла все комментарии, которые попали в спам. Было много комментариев. Так, спам. Заходим сюда в спамы. Я вам сейчас еще раз покажу, что я все спасла. Здесь остались только видео, которые 2 недели, 2 месяца назад, которые были действительно всякие рекламные. Предлагают подписаться на каналы, что-то продают. Вот, они остались в спамах. Все остальные я спасла. Вот, поэтому мы перейдем непосредственно к розыгрышу. Кстати, значит, о статистике. Лайков 370. Почему-то 5 дизлайков есть. Кому-то розыгрыш не понравился. И комментарий 261. То есть комментариев меньше, чем лайков. Многие девочки просто присылали свои поздравления без претензий на приз. То есть не хотели принимать участие, а просто хотели поздравить. Вот. Так, ну давайте перейдем к видео. Оп. Копируем нашу ссылочку. Ой, такой волнительный момент. Я 100 лет не проводила розыгрыши. Так. Выбрала здесь вот такой рандомайзер, прочитала ссылки, вроде бы хорошие отзывы. Ну что, вы готовы? Поехали! Так. Ой. Ага. Так, и? Ага, вот. Катя Крицишина. Я надеюсь, я правильно прочитала. Грицишина, Катя Грицишина, 2 ссылки. Переходим на ссылку 1, на ссылку 2 и на Катю 3. Так, смотрим. Так, что-то здесь Facebook. Так, непонятно.
Странно, странно. Ссылки не открываются, Катя. Давайте еще раз проверим. Участвую, поздравляю. Открываем. Не открывается ссылка. И здесь тоже ничего нет на канале. Ни подписок, ничего. Нет, к сожалению, ссылки не работают. Канал тоже, подписок не видно, ничего нет. Давайте выполним все сначала. Елена Амосова. Здоровье и процветание. ВК. Открываем. Так, мы в друзьях с Еленой. Давайте посмотрим. Есть мое видео. Открывается ссылочка. Хорошо. Давайте перейдем к Елене на страничку. Так, Леночку я знаю. Леночка мне часто оставляет тоже сообщения, комментарии. Понравившихся сразу первое мое видео. Так. Подписки открыты. Проверяем подписки. Наверное, я буду где-то внизу, потому что Елена, по-моему, давно подписана на мой канал. Так, смотрим, смотрим. Немножко, может быть, видео затягивается из-за всех просмотров, но это надо сделать, чтобы быть честными перед подписчиками. Может, надо сразу вниз пролистать. Так. Ищем, ищем. Где же я там? Так. Вот она я. Нашли. Все, вот она я. Есть. Все условия выполнены, все хорошо. Ну, лайк мы проверять уж не будем, поверим нашим подписчикам, будем доверять. Вот, проверили самые основные, как бы, условия. Елена, я вас поздравляю от всего сердца. Я надеюсь, выполнила часть вашей, может быть, мечты или какой-то хочушки. Пожалуйста, оставьте мне сообщение, как мне с вами связаться. Ну, я тоже, в принципе, сейчас ВКонтакте вам все напишу, раз мы здесь тоже в друзьях находимся. Здесь у Елены интересные фотографии, нужно будет посмотреть вышивок. То есть Лена активный у нас, активная рукодельница. Так, я пришлю на или ВКонтакте, или на вашу почту подарочный купон, который будет оформлен на ваше имя. Я сейчас его пойду проплачу, оформлю на ваше имя. Он к вам придет, и вы сразу можете с этим купоном обращаться в магазин, интернет-магазин «Стичинка», отовариваетесь,
И мне будет очень интересно зайти потом на вашу страничку, посмотреть фотографию, какие же интересные вещи вы выбрали. Еще раз поздравляю, желаю хороших приобретений. Всем девочкам, которые принимали участие, но не выиграли, не расстраивайтесь. Я надеюсь, у вас будет еще шанс, так как на YouTube и ВКонтакте мы очень часто проводим, ну не я, а вообще рукодельницы часто проводят разные розыгрыши, магазины. Участвуйте, и вам когда-то обязательно повезет. На этом все. До новых вам встреч и хорошего настроения. Всем пока-пока!